Рыбалка – один из любимых видов отдыха для жителей Гала. Однако в самом районе не так уж и много мест для нее, не считая небольших речек. Поэтому рыбаки для ловли рыбы в основном выезжают за пределы района. Между тем, глава села Хьяца Коба Читанава обнаружил 4 довоенных бассейна для рыбалки, которые по инициативе главы села и других неравнодушных лиц было принято восстановить. Эти бассейны располагаются на территории 18 гектаров, площадь самих бассейнов – 12 гектаров. Из 4 сегодня запущено уже 2. Там водятся такие рыбы, как зеркальный карп и белый амур. Просто случайно увидели эту территорию, что здесь раньше были бассейны. Сразу заинтересовались и подключили местных ребят, тоже здесь живут. Потому что без местного здесь, сами понимаете, здесь ночью мы не бываем практически. Здесь ночью, здесь надо охранять. И мы подключили 2 ребят местных. Это Николос Аблотья и Джон Джуагига, есть такое. Этот бассейн, вот первый мы запустили это своими силами. Мы сюда запустили 2 тонны мальков, зеркального карпа и белого амура. Это мы сделали собственными силами, как говорится, средствами. Это было где-то в апреле месяце. А это вот это то, что вы видите сейчас, самое большое, что я говорю, это по программе развития сельского хозяйства есть комплексный вот этот план. По этой программе мы сюда сейчас запустили 1 тонну, ну, где-то месяц назад. Тоже зеркальный карп и белый амур. По программе развития сельского хозяйства на 2024 год осенью этого года планируется восстановить 3-й бассейн. Нет, пока даже воду не запустили мы туда. Сейчас хотим запустить в ближайшее время. Там кое-какие работы надо экскаватором провести. Мы планируем где-то в сентябре запустить рыбу туда тоже. Расскажите немного о прикормке. Чем вы кормите и как часто? Корм сейчас, специальный корм покупать. У нас нету таких средств. Мы обычно берем это пшеницу, кукурузу. Добавляем туда рыбную муку и как-то вот так даем, и они очень с аппетитом это кушают. Вот 2 бассейна мы даем почти по 40, по 50 килограмм каждый день на оба. Для рыбалки данное место будет доступно в следующем году. К тому времени рыбы подрастут, а прилегающая к бассейнам территория будет благоустроена. В планах провести электричество и сделать дорогу. Дальше, да, мы здесь планируем открыть, чтобы люди могли приходить и порыбачить, естественно, за плату. Потом посмотрим, какую цену можно, как люди сами примут это. Здесь можно и туристов привлекать. Есть очень многие отдыхающие и хотят рыбачить за плату. К этому времени наш карп тоже подрастет. И со следующего года планируем. Не знаю, как посмотрим, как будет. Пока что рыбачить на водоемах запрещается. За территорией следит охрана. По периметру расположены камеры видеонаблюдения. Если все задуманное осуществится, это место будет привлекательно не только для местного населения, но и для жителей других районов и туристов. Илона Микава, Батуби Блая, Борис Цацуа, Гал Медиа.